имею ли я право, я обращаюсь к вам с просьбой, значит, можете ли вы, считаете ли вы нужным, вообще могло бы это быть в свободном доступе, если невозможно предоставить мне все обращения, договора, соглашения. 18%, чтобы ты понимал, да? Вот мы купили за 10 рублей в России бензин. Вот он стоит 10 рублей, надо с этим смириться, нам дешевле его не дадут. Либо мы должны купить какой-то самовар, качество которого будет под вопросом, привезти сюда и все машины встанут, да, за 5 рублей. Либо мы должны купить качественный у производителя бензин, привезти его сюда. Но мы его довозим до границы, дальше мы платим налоги и все остальное, все сопутствующие эти. Мы при этом, при всем, в эти 18%, которые нам разрешено добавить на стоимость нашей закупочной цены, да, мы должны запихать туда все эти налоги, все наши платежи. Плюс у нас работает, я не знаю, за ребят не скажу, у нас работает порядка 130 человек. Таких же, как и я, как и ты, которые кормят свои семьи, приходят домой и приносят свои зарплаты. Понимаешь? Их зарплаты, дослушай меня, да. Ты поймешь. Мы можем сделать, вот нам разрешено в эти 18%, мы можем сделать, например, цену на дизельное топливо 68 рублей. Мы делаем ее 65 рублей. То есть мы понимаем, что 68 рублей это много, и по закону, и по постановлению мы влезаем в эту стоимость. Но мы не делаем этого. Мы делаем здесь минус 3 рубля, и здесь минус 3 рубля. Понимаешь? Во-первых, дальше смотри. Теперь, как продать этот бензин еще дешевле, да? То есть мы должны где-то не заплатить кому-то деньги. То есть мы или должны не заплатить налоги государству, из которых, как мы с тобой сейчас говорили, выплачиваются многие социальные проекты и социальные выплаты. Либо мы должны обмануть по счетчику, не залить, но взять больше денег, правильно, чтобы сэкономить. Как сэкономить вот эти деньги? Мы берем бензин по цене, по которой нам ее продают. Если мы скажем, дайте дешевле, они скажут, ищите в другом месте. Вот не нашли. Никого не обвиняю, хочу разобраться. Может, надо обратиться в Российскую Федерацию. Я практик, я не люблю болтать, извини, пожалуйста. Я люблю искать выход из ситуации. Если нас не устраивает это, значит, есть выход. Вот такой, такой. Какой вы выход можете предложить, чтобы изменить ситуацию кардинально? На сегодняшний день? Да. Никакой, мы не производим топливо. Какой выход мы можем придумать? Мы можем либо закрыть заправки, вообще ничего не делать, да? Вообще ничего. То есть нам надо производить теперь. Так получается? Нет, нам надо производить, либо смириться с тем, что есть. Смириться очень сложно. Хорошо, предложим выход. Выход? Да. Обратиться в Российской Федерации. Занимается этим. Мы, значит, Москва, в Москве да. Есть районы такие, да. Допустим, там, я не знаю, Каширский район. Да. Мы как часть этого, 1/10 часть московского района. Слушай, ну капля в море для России. Сейчас, позвольте договорить, я выслушал вас. Позвольте договорить. Значит, мы, чтобы нам помочь, Российская Федерация может пойти на этот шаг. Мы можем обратиться к ней или не считаете нужным? Джансух, какой период вам нужен, вы объясните. Период, я же говорю, с прошлого лета. Вы понимаете, это какой объем бумаг? О том, что, значит, квота закончилась, что, значит... И ряд еще ответов. Но речь не шла о том, что квота закончилась. Речь шла о том, что... Квота закончилась, я это помню. Нет, Но потом пришел 2022 год. Цены должны были упасть. Вот, а каждый год же выдается? Но мы же вам объяснили, Джансук, что квота сейчас в цене, она и сейчас есть, только в цене она не играет существенной финансовой значимости, понимаете? Не составляет. Сказать, не было такого, что прошлым летом, в период курортного сезона, когда у нас был серьезный наплыв отдыхающих, чтобы не было такого разговора о том, что закончилась квота. Нет, такого разговора не было. У меня вот требование к премьер-министру. Чтобы он попросил вас предоставить. Я его буду просить, с ним буду разговаривать. Понимаете? Но мы же вам готовы предоставить. Кто нет, сказал Джансук. Вы говорите, что вам необходимо посмотреть документы. А о том, что эти документы нельзя отнести на площадь, люди объяснили, привели аргументы, почему. Никто не говорит о том, что вы из этого кабинета должны были уйти с мыслью, что вы всех поняли, вы со всеми согласны. Представители компании сказали, что все документы, которые вам необходимы, они готовы показать. Если есть такая у вас возможность, если у вас есть юрист, которому вы доверяете, при необходимости я тоже могу поехать с вами, мы поедем в каждую из этих компаний,
я буду, если хотите, меня там не будет. Они вам покажут эти документы, человек, которому вы доверяете, проверит. Это ведь то, чего вы хотели. Вам покажут эти документы. Никто не отнекивается, никто не говорит, что мы их от вас спрячем. Спасибо за такую готовность. Я подумаю.